В результате несоблюдения бокового интервала под мостом столкнулись два автолюбителя. Столкновение произошло ранним утром, когда час пик только набирал обороты. Как пояснил водитель Toyota Hilux Surf, он двигался вверх по одностороннему движению к кольцу инструментального завода. Девушка на BMW X3 только вывернула со второстепенной дороги на главную и также ехала по односторонней вверх. Двигалась по своей полосе. Все, он видел или что, я не знаю, куда он смотрел. Пересеклись параллельные под мостом. Несмотря на сигнал клаксона водителя BMW, второй участник дорожного движения не среагировал. Машины притерлись. Чисто визуально BMW стоит на своей полосе, а водитель Toyota Surf, скорее всего, не выдержал боковой интервал. Впрочем, будет ли водитель более брутального джипа признан виновным в этом происшествии, выяснится в ходе разбирательства. Для того, чтобы освободить проезжую часть, сотрудники полиции составили схему происшествия и попросили водителей разъехаться. Взвесив все за и против, водители выбрали один из наиболее безопасных вариантов расстыковки авто. Повреждения, конечно, неприятные, но и не смертельные. Машины с места происшествия уедут своим ходом.